переключая этого канала, судорожно смотреть нечего. И как это можно простить, принять, полюбить? Все же кормит меня человечество, и это за жизнь надо платить. Ладно, хорошо, счет будет оплачен. В розницу, оптом, кредит или налом. Только объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, зачем так нагло торговать? Ебалом заявляется страна в полголоса или голоса. Том, что проводите серьезные работы, чтобы упорядочить этот всеобщий хаос. О том, что вам требуются серьезные вложения, только через все эти заявления единственный видимый капитал — это случайные жертвы случайных пожаров. И как это можно малому папам простить, принять, полюбить? Все, чем кормит нас, человечество, с вами это... Ладно, допустим, но ведь не в деньгах счастье. А в чем тогда счастье, ты меня спросишь? Счастье есть забытая истина, которая, как, блядь, на диван не положишь. Истина в том, что начальное слово влечет, как зараза, сотни других. И что ты теперь скажешь своему богу, а? Очень смешно, за жизнь надо платить. Переключая этого канала, сложно смотреть нечего. И как-то можно простить, принять, полюбить. Все, что кормит нас, с вами человечество, это...